Сегодня мы приготовим еще один омолаживающий рецепт с крахмалом. Такая маска отлично питает, выравнивает тон кожи, заметно уменьшает проявление пигментных пятен. Все необходимые для нее компоненты вы всегда найдете у себя под рукой. Нам понадобится мед, желательно жидкий. Если ваш мед густой, его можно немного подогреть на водяной бане. Картофельный крахмал и соль, морская или обычная йодированная. Смешаем 1 чайную ложку меда с 1 чайной ложкой крахмала до однородного белого цвета. Добавим 1 чайную ложку измельченной соли. Все еще раз тщательно перемешаем. Если у вас сухая или чувствительная кожа, можно добавить к этой маске 1 чайную ложку чуть теплого молока. Наносим маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ, в несколько слоев, пока вся приготовленная смесь не израсходуется. Держим ее на лице 25 минут, потом смываем теплой водой. Для наилучшего результата проводить такие маски лучше курсом, через день на протяжении 20 дней. За это время получится сделать 10 масок. После такого курса кожа лица станет подтянутой, сияющей, здоровой и гладкой. Как всегда напомню, что перед первым применением этой смеси не забываем провести тест на аллергию на сгибе локтя. Если же вы почувствуете неприятные ощущения, жжение или сильное пощипывание, то лучше сразу же смыть маску водой и отказаться от ее использования в дальнейшем. Как вам такой простой омолаживающий рецепт? Будете пробовать применять? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Для меня это очень важно. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, а также на мой инстаграм Миллион Полезностей. Пока-пока, до новых встреч!